Всем здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам показать прекрасный рецепт очень вкусного капустного пирога. Приготавливается очень легко, быстро и просто пальчики оближешь, какой вкусный. Итак, давайте начнем. Для начинки мы берем половинку вилка капусты, где-то грамм 600, наверное, полкило. Мелко нашинковываем его. Чем вам удобно, тем и шинкуйте. Я шинкую вот такой вот очень удобной шинковкой. Она дает мелкую капусту. Теперь в капусту также мелко нарезаем репчатый зеленый лук. Добавляем в нашу нашинкованную капусту и укроп. Укропа можно побольше. Немного подсаливаем и тщательно капусту вы должны теперь перемешать. Я делаю это рукой, но, как вы видите, обязательно нужно надеть перчатку. Капуста мелкая, она очень хорошо перемешивается. Приготавливаем вот таким образом нашу начинку для пирога. Выкладываем капусту в приготовленную емкость, разравниваем. У меня вот емкость 20 сантиметров на 25. Я думаю, что этого будет как раз достаточно. Для теста мы берем 4 средних яйца сырых. Тщательно взбиваем эти яйца. Добавляем к ним 6 столовых ложек муки, просеянной, конечно же, предварительно. И добавляем 2 чайных ложки разрыхлителя. Добавляем 150 грамм сметаны. Добавляем 2 столовые ложки майонеза. Я беру английский майонез, он очень густой, не пугайтесь, вы можете взять любой майонез, который у вас есть. И все это вы также тщательно должны перемешать, чтобы не было никаких комочков, чтобы все у вас было однородным. Теперь добавляем 2 столовые ложки оливкового или обычного подсолнечного масла. Добавляем столовую ложку яблочного уксуса. Опять все тщательно перемешиваем обязательно. Не торопимся. И добавляем куркуму для цвета, чайную ложку. Еще раз перемешали все. Аккуратненько проверьте, чтобы не было комочков. И теперь заливаем нашу капустку, заранее приготовленную. Разравниваем форму. И готовим для выпекания. Выпекать у нас уже греется наша печка, духовка. А я пока, видите, вот даже немножко делаю вот так, чтобы тесто прошло в капустку, чтобы оно ее заполнило. Ну и последний штрих перед тем, как мы поставим выпекаться нашу емкость на 40 минут в духовку. Я еще посыпаю ее кунжутом обязательно. Для красоты, для пользы и для вкуса. И теперь мы на 40 минут ставим в духовку наш пирог. Вынимаем пирог из духовки. Вот такой красивый он получился у нас.
Теперь его остается только порезать так, как вам нравится, и выложить в красивую посуду. Всем приятного аппетита, друзья! Хочу вам несколько секретов от меня. Вот я пока готовлю, я обязательно наношу какую-то маску на лицо. Эта маска называется Detox с черной глиной. Наносим макияж аккуратненько. Только помните, как говорит моя косметичка, не до фанатизма. Слишком много макияжа старит. Ну и вот, убили сразу двух зайцев. И пирог испекли, и себя, красавицу, привели в порядок. Посмотрите, какая красота! Да, не забудьте еще и волосы привести в порядок. Красота — это страшная сила. Всем пока!